Вы на канале «Умно и разумно». Употребление гибискуса, иначе каркаде, может положительно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы, снижать риск развития деменции и увеличивать продолжительность жизни. Специалисты утверждают, что потребление гибискуса может продлевать жизнь человека, улучшать ряд показателей его здоровья. Речь пойдет о съедобном растении, которое отличается высоким содержанием полифенолов и сильнодействующих антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами. Свободные радикалы вызывают клеточное повреждение, становящееся причиной многих опасных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, рак и нейродегенеративные заболевания. Хорошо способствуют сохранению здорового веса. Регулярное его употребление чая из гибискуса ассоциируется с потерей веса и профилактикой ожирения. Каркаде снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Гибискус богат минералами, включая железо, магний, кальций, фосфор, натрий, калий и цинк. Вдобавок содержит витамины группы В, ниацин, фолиевую кислоту. Все эти вещества благоприятно сказываются на функционировании сосудистой системы. Каркаде поддерживает уровень коллагена, борющиеся со свободными радикалами антиоксиданты защищают от повреждения белковые структуры коллагена, что препятствует сухости кожи, появлению морщин и преждевременному старению. Каркаде поддерживает иммунитет. Чай, приготовленный с каркаде, поддерживает нормальную функцию пищеварительных ферментов в кишечнике. Он считается хорошим источником железа, помогающим поддерживать иммунную функцию в организме и формировать эритроциты, переносящие кислород по всему телу. Каркаде снижает развитие деменции. Считается, что данный эффект гибискуса обусловлен его мощным антиоксидантным потенциалом. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Желаю вам всего хорошего. Благодарю за внимание. Всем пока!